В NewBilgoo появилась новая площадка для взаимодействия с масс-медиа. После торжественного открытия в медиацентре прошел круглый стол, организованный региональным отделением Союза журналистов России. На встрече обсудили показатели авторитета СМИ, журналистов, блогеров и доверия аудитории. Меняется сама структура общества и его интересов, в том числе его информационных интересов и информационных предпочтений. То, что сегодня исследователи называют понятием таргетирования, таргет-цель. И издание должно определять и контентные цели, и целевую аудиторию, и, в принципе, может быть, миссию какую-то, которую оно перед собой ставит, и в соответствии с этим искать свою аудиторию, работать на нее, искать свой тип информации и свои способы подачи этой информации. В обсуждении приняли участие представители ведущих масс-медиа Белгорода и области, государственные и частные СМИ. Одной из главных тем стала также подготовка новых кадров для медиасферы.